Как не допустить возможные чрезвычайные ситуации в период подготовки и проведения новогодних праздников? Такой вопрос обсудили в администрации. Представители различных ведомств и структур отчитались перед главой о своей готовности к возможным нештатным ситуациям. В период подготовки к праздничным мероприятиям уделят особое внимание готовности диспетчерских служб и аварийных бригад городского округа. Для них проведут дополнительные инструктажи, а также проверят наличие у них необходимого инвентаря для ликвидации нештатных ситуаций. О готовности объектов ЖКХ к праздничному периоду рассказал Александр Проворов. Организовать круглосуточное дежурство руководящего состава на период праздничных дней. Создание необходимого запаса передвижных электростанций. На подготовку графиков ответственных лиц и сведения о наличии резервных источников питания и на своевременное их представление ИДДС городского округа Люберцы предоставить информацию. Такой же важный вопрос, как и готовность объектов ЖКХ – обеспечение пожарной безопасности в новогодний период. Так, отдел надзорной деятельности проведет комиссионное обследование объектов праздничных мероприятий, а во время проведения гуляний будет обеспечено дежурство люберецких пожарных. При проведении обследований будут проведены дополнительные инструктажи по пожарной безопасности с персоналом объектов, проверки работоспособности системы автоматической противопожарной защиты, состояние путей эвакуации и первичных средств пожаротушения. Проверен порядок действий работников при возникновении чрезвычайной ситуации. Люберецкие пожарные, в свою очередь, к подготовке и проведению народных гуляний готовы. Во всех 9 частях пожарно-спасательного гарнизона техника исправна. Личный состав пройдет специальный инструктаж. В канун Нового года ведется усиленный вариант несения службы. Кроме того, спасатели позаботятся о безопасности на водных объектах. С началом ледостава и до его окончания органы местного самоуправления должны будут установлены информационные знаки о запрещении перехода по льду и выезда на лед транспортных средств. Особое внимание будет уделено профилактике происшествий на водоемах с участием детей. Будут проведены занятия, будем участвовать в школах по правилам безопасного поведения на воде в осенне-зимний период. Также на заседании КЧС о своей готовности отчитались представители медицины, образования, спорта и культуры. Что касается пиротехники, то официально ее можно будет приобрести в 10 торговых точках, пока этот список утверждается. Анна Троян, Никита Скраган и Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.